добрый вечер. Это новости на своем, в студии Екатерина Сегеда. Вот главная тема. Кисловодский праздник молодого вина. Наша съемочная группа отправилась на праздник и привезла трезвый репортаж с деталями. Вадим Москаленко. 574 ступеньки. Такова протяженность всей каскадной лестницы в курортном парке Железноводска. На открытии ее нижней части сегодня побывал и губернатор. Какие еще объекты осмотрел он в ходе рабочей поездки, расскажем в сюжете. Кажется, что весь технологический процесс здесь отлажен идеально. Собственно, так и есть, но всегда можно что-то немного улучшить. Как на Ставрополье внедряется проект по повышению производительности труда. Расскажем в нашем репортаже. Я считаю, что это очень важно для многодетных семей, для малоимущих семей. То, что одним уже не нужно, другим жизненно необходимо. Кто и как может помочь малоимущим ставропольцам? В Кисловодске сегодня пахнет вином. Разным, но одинаково свежим. В городе прошел фестиваль этого напитка. Можно было и попробовать, и купить, которое понравилось. Винное разнообразие, как лишнее подтверждение, что виноделие в крае на правильном пути. Вадим Москаленко хоть и не дегустировал, но атмосферу прочувствовал. Приезжайте к нам на Кавказский минеральный, отдыхайте, пить лучшее вино. Приезжайте, дорогие мои, приезжайте. На курортном бульваре в Кисловодске сегодня яблоку негде упасть, а точнее виноградине. Вино на любой вкус и запах. Белое, красное, сладкое, сухое, авторское и популярных названий. Как вам вино? Замечательно. Гостеприимство Ставропольского края превышает предел. Чудесно. Вообще, я не знаю, с каждым годом все лучше и лучше. Восхищена тем, как организовали, как все сделали. И вообще, это лицо нашего края. Пока любители вина со всей страны дегустировали напитки, параллельно эксперты в этих делах делились секретами. Есть достаточно простой способ, как непрофессионалу определить, хорошее вино или не очень. Вот смотрите, на стенках этого стакана есть вот такой налет. Как говорят эксперты, это и есть краситель. Благородное же красное вино никакого налета не оставляет. К тому же обладает достаточно легким ароматом, без какого-либо, конечно же, привкуса уксуса или спирта. Такие знания нам понадобятся, ведь на Ставрополье вина все больше. Это солнечная энергия, которая передается через гроздь винограда в бокал вина и дарится на радость людям. Фестиваль «Молодое вино» проходит не первый год, и каждый раз тысячи гостей со всей страны уезжают домой с четким осознанием – вино на Ставрополье делать умеют. Фестиваль, конечно, это большое подспорье и для самих виноградарей. Сегодня ведь эта выставка превратилась не просто в показание наших достижений, а ведь здесь заключаются контракты, налаживаются новые связи. Мы отсюда впервые начали за Урал поставлять наше столовое вино. И мы этим гордимся. За последние 3 года сотни гектаров выделили именно под виноградники. В 2019-м в планах собрать более 40 тысяч тонн винограда. Бизнесменам в их нелегком винном деле, конечно, существенно помогает край. Мы платим, значит, за саженцы, за шпалеру, за уходные работы до начала плодоношения. Ну, где-то в пределах, где-то 15-20% компенсируем затрат по производству винограда. Сегодня на Ставрополье производят 10% всего вина России. Все это качественные продукты, которые в минимальных объемах могут быть даже полезны. Съездили на праздник вина и вернулись в трезвом уме. Вадим Москаленко и Антон Красов. Ставропольское телевидение из Кисловодска. А еще сегодня губернатор Владимир Владимиров встретился с федеральными журналистами. В эти дни для корреспондентов из общероссийских СМИ проходит организованный пресс-тур. Сегодня они побывали тоже на празднике молодого вина в Кисловодске. Там же осмотрели Нарзанную галерею, долину Роз. В планах показать московским гостям другие города и села, промышленные предприятия и достопримечательности. Конечная точка – Ставрополь. Напомним, Владимиров пригласил журналистов посетить край, когда был в Москве и давал пресс-конференцию в ТАСС после выборов. Цель – показать всей стране, что наш регион действительно быстро развивается и всегда рад гостям. Еще новости из городов-курортов. Стало длиннее в 3 раза, соединила историю и современность. В парке Железноводска завершился масштабный проект, задуманный еще архитекторами прошлого столетия. Продлить каскадную лестницу от курортного парка до озера. По новым ступеням до самого водоема прошла Ирина Ивановская. Но, государь, не все нам удалось осуществить. Каскадную лестницу мы лишь наполовину возвели. Но вижу я, что дело было продолжено. И нынешняя каскадная лестница продлена.
Еще недавно верхняя часть каскадной лестницы заканчивалась тупиком. Архитектурный проект, заложенный в Железноводске еще в начале 20 века, наконец-таки завершен. Новая нижняя часть сделала каскадку длиннее на 620 метров или 400 ступенек, по которым теперь удобно и пройти, и пробежать, и проехать. Стало приятно посмотреть и прогуляться. Конечно, колоссальные изменения в лучшую сторону. По проекту площадь ШТОС объединяет исторический стиль каскадки с современным. В центре бювет-книга с минеральной водой, а на фасаде здания при помощи лазерной технологии нанесены строки из лермонтовских произведений. Бювет-книга объединяет эти две лестницы. Лестницу историческую и лестницу нашу современную. Значимая работа для нас, для всех, потому что мы ее очень долго обговаривали, думали, как ее выполнить, так, чтобы было интересно, необычно и чтобы ее ни у кого не было. Тут же установили сухой фонтан и памятники именитым писателям и полководцам. В церемонии открытия курортной достопримечательности поучаствовал и глава Ставрополья Владимир Владимиров. На таком объекте много говорить не хочется, потому что сам объект говорит за себя. Огромное спасибо Железноводску за то, что вы на самом деле справились не с простой задачей, поверьте, совершенно не с простой. Сегодня сюда приезжают, восхищаются. Обновленная территория протянулась до самого озера. Перемены здесь продолжатся озеленением и строительством набережной и зоны отдыха в будущем году. А в городском доме культуры чествовали людей, чья профессия – создавать здания и парки. Бювет-книга и его предшественники были созданы при помощи Кульмана. А здесь представлены десятки проектов современных зданий и сооружений, увидев которые, горожане могут воскликнуть знакомую фразу, но уже с восторгом. Вот так строится, ну я не знаю. Тут все так красиво. У нас, ну кто так строит? Люди, по чьей задумке возводятся города, 7 октября отмечают профессиональный праздник – Всемирный день архитектуры. Выставка проектов как молодых, так и опытных ставропольских зодчих уютно расположилась в недавно отремонтированном ДК. А сами специалисты принимали поздравления. Что радует, архитекторы все дружнее и дружнее собираются. Для нас очень важно быть единым кулаком, единым творческим потенциалом, потому что это придает уверенность в реализации наших проектов, которые мы задумываем. После встречи с архитекторами губернатор Владимир Владимиров отправился на Железноводский завод по розливу минеральной воды. Там подписали соглашение между правительством региона, СКФУ и инвестором. Оно касается подготовки специалистов для предприятий холдинга. Это гидрогеологи, инженеры химики и микробиологи, а также другие специалисты. Это соглашение нам дает, естественно, трудоустройство наших студентов. Это соглашение мотивирует студентов к хорошему обучению, потому что они предлагают стипендию нашим студентам. Если мы хотим завтра быть передовыми предприятиями не только здесь, но и на всем Кавказе, в России, в Европе, то уже сегодня мы должны поставить перед собой вопрос подготовки кадров. Есть профессионалы, но молодых профессионалов мало, мы еще мусор не хватает. Важно, что шаги в этом направлении совершаются уже сегодня с участием инвесторов и крупнейшего в регионе вуза, подчеркнул глава региона. А пока с пользой для здоровья по Железноводску прогулялись Ирина Ивановская и Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Затраты и потери ниже, рентабельность и заработная плата выше. Таковы главные цели проекта – производительность труда и поддержка занятости. Проект – это федеральный. О том, как он реализуется на Ставрополе, рассказали в Краевом министерстве экономического развития. Илья Захаров побывал на предприятиях, которые не боятся перемен. Мария работает улучшатором. По крайней мере, так она сама себя называет. Но в этой шутке вся суть ее профессии. Мария может улучшить любое производство, от молочного комбината до металлообработки, как в этом случае. Ее рабочие инструменты – секундомер и ручка. Сначала она измеряет время добавления ценности. Это период, когда изделие обрабатывается, то есть становится лучше. В данном случае, когда у нас штамп опускается, пресс опускается на деталь, вот это будет время добавления ценности. Все, что человек делает кроме этого, то есть берет эту деталь, идет с ней и так далее. Нас не интересует это потери. Мы должны четко понимать, сколько у нас время добавления ценности и сколько у нас время потерь, для того, чтобы их потом сократить. Казалось бы, все просто, но предприятию, которое десятилетиями работает по одной технологии, без помощи не обойтись. Поэтому в прошлом году разработали национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Помогает его реализовать Федеральный центр компетенций. Его сотрудники приезжают на предприятия в регионы, где сначала изучают весь производственный цикл на примере одного изделия, а потом вносят предложения по улучшению. Люди в основном с самого начала реагируют негативно, считают, что мы приехали сокращать
сокращать заработные платы, сокращать рабочие места, хотя мы не оптимизаторы, мы, как я говорю, улучшаторы. Наша задача – это улучшить, научить людей лучше и эффективнее, самое главное, работать. Не много работать, а эффективно. Это предприятие в Светлограде выпускает технику для аграриев, в основном плуги и культиваторы. Агрегаты пашут землю не только на юге страны, но и в центральной полосе Поволжья, на Урале. Спрос на продукцию только растет. Мы не успеваем обеспечивать повышенный спрос на запасные части. И узнав о проекте по повышению производительности труда, мы для себя определили, что это возможность для нас, появляется возможность для увеличения объема выпуска продукции именно запасных частей. К проекту предприятие присоединилось всего неделю назад. Первые результаты будут спустя 6 месяцев, а полностью изменить производство планируют через 3 года. А это уже пищевое производство. Птицефабрика в Изобильном. Сегодня предприятие отгружает 18 тысяч тонн мяса в год. Но в ближайших планах рост до 25-30 тысяч тонн. И вот вводом таких программ мы в первую очередь становимся конкурентоспособными. Снижаем себестоимость, улучшаем эффективность, производительность труда, рабочих мест. И самое главное, улучшаем условия труда и средний заработный плат своих сотрудников. Задача такова. Это предприятие замкнутого цикла, то есть тут производят яйцо, цыплят и мясо птицы. Здесь же его разделывают и упаковывают. А это уже готовая к отправке продукция. Сейчас курицу, выращенную на Ставрополье, можно попробовать практически во всех уголках страны. Кроме того, ведутся переговоры о поставках в страны ближнего зарубежья, а в перспективе, возможно, и в другие государства континента. Сейчас в проекте «Производительность труда» участвуют 12 предприятий региона. До конца года присоединятся еще 2. Среднее сокращение затрат на производстве по планам порядка 20%, в некоторых случаях до 30%. Уже началась 4-я волна реализации данного национального проекта под эгидой Федерального центра компетенций. Начал свою работу региональный центр компетенций. Поэтому все в активном движении, согласно утвержденного плана, в конечном счете приведет и к увеличению числа именно высокопроизводительных рабочих мест. А это высокий заработный плат. О повышении производительности своего труда задумались Илья Захаров и Антон Красов. Ставропольское телевидение. Теперь о происшествиях. Под Ставрополем утром перевернулась фура с зерном. Авария произошла на северном обходе. По сообщению краевого ГИБДД, водитель КАМАЗа ехал в сторону села Надежда и не справился с управлением. Машина перевернулась. Никто не пострадал, но движение на трассе пришлось ограничить, пока грузовик с рассыпанным зерном не убрали с дороги. О других происшествиях в нашей оперативной сводке. Оружейник нелегал. В Пятигорске полицейские нашли незаконную оружейную мастерскую. Под подпольный цех курортный пенсионер приспособил собственный гараж. Там с помощью подручных инструментов собирал боевой огнестрел. Во время обыска правоохранители нашли несколько кустарно переделанных единиц оружия и патроны. Все признали пригодным к стрельбе. Уже в отделении пенсионер рассказал, что все это собирал несколько десятков лет для личной коллекции. Возбуждено уголовное дело. Погулял на широкую ногу. В Ставрополе парня задержали за отказ платить за ужин. Молодой человек отдыхал в одном из ресторанов в районе площади 200-летия. После трапезы, когда пришло время оплачивать крупный счет, посетитель попытался улизнуть. В результате за нарушителем приехали сотрудники полиции и Росгвардии. На него надели наручники и проводили до служебной машины. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало. Под суд за железнодорожные рельсы. Трое жителей Невиномыска разобрали ЖД-пути и сдали их на металлолом. Задержали сообщников сотрудники транспортной полиции. Как выяснилось, ночью троица пробралась на закрытую базу и украла больше 20 деталей железнодорожного полотна. Позже выяснилось, что подобное они проворачивали и ранее. Возбуждено уголовное дело. Товарищам грозит до 5 лет лишения свободы. Выращивал наркотики на дому. В Нефтекумском округе полицейские изъяли несколько килограммов марихуаны. Кусты конопли 44-летний местный житель растил у себя на участке. Еще 6 стеклянных банок с наркотическим веществом правоохранители нашли закопанными под деревьями. Всего конфисковали более 3,5 килограммов. Это крупный размер. Возбуждено дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». А я напоминаю для тех, кто только что включил телевизор, и вы смотрите новости на своем, и вот что вас ждет во второй части. Я
я считаю, что это очень важно для многодетных семей, для малоимущих семей. То, что одним уже не нужно, другим жизненно необходимо. Кто и как может помочь малоимущим ставропольцам? Юность в сапогах, куда отправятся служить ставропольские призывники. Возраст танцам не помеха. Жительницы Железноводска не боятся проявлять себя. Сколько в среднем стоит одеть ребенка на зиму? Давайте примерно посчитаем. Допустим, шапка 300 рублей. Куртка, хорошая зимняя куртка, ну, в среднем от 2000 рублей. Теплые штаны от 1000 рублей и зимняя обувь, ну, в среднем от 1500 рублей. Итого мы получаем 4800 рублей. И это, кстати, мы даже не считали одежду для взрослого человека. Для некоторых жителей Ставрополя это просто неподъемная сумма. На помощь в таких случаях приходит Российский детский фонд. Вот уже больше 30 лет организация не оставляет в беде малоимущие и многодетные семьи. Мы тоже поучаствовали в акции добра. Елена – многодетная мать. Она пока не работает, дети еще маленькие. У семьи нет стабильного дохода. Порой бывает так тяжело, что едва сводят концы с концами. Что уж говорить о покупке новых вещей. Когда женщина узнала, что в их город приедут сотрудники из фонда «Добра, любви и милосердия», очень обрадовалась. Я считаю, что это очень важно для многодетных семей, для малоимущих семей, потому что у нас в городе очень тяжело найти хорошую работу, высокооплачиваемую, и как бы содержать трех и более деток очень тяжело на зарплату российскую. Сотрудники фонда привозят одежду, обувь, игрушки и даже мебель. Любая семья может выбрать что-то необходимое для себя, причем абсолютно бесплатно. Все это передали фонду неравнодушные жители края. Мы принимаем все, и взрослое, и детское, но только, пожалуйста, в хорошем состоянии, чтобы просматривали, чтобы не обижать людей, которые вот берут, видите. Сотрудники фонда помогают и с выбором, и сами предлагают нужные вещи. Мамочка, смотрим на ребенка как. Да. Дайте. Помочь нуждающимся может каждый. Достаточно просто не выбрасывать те вещи, которые вам уже не нужны. Например, одежду, которая стала мала, либо бытовые приборы, которые вы просто решили обновить. Я тоже не осталась в стороне перед съемкой, собрала некоторые вещи. Пусть их здесь немного, но, возможно, именно их сейчас ждет человек, который просто не может позволить себе новые. Возьмите, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам. Ажиотажа в погоне за бесплатными вещами нет. Каждый заходит строго по очереди и спокойно выбирает нужное. Российский детский фонд колесит по краю и помогает людям уже больше 30 лет. Причем бесплатная раздача одежды малоимущим – это не единственное доброе дело. Помогают одаренным детям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Те, кто к нам обращается, мы пытаемся решить проблему дороги, самолеты за границу, это и также им помочь деньгами. Вы знаете, что выезжая в Москву, допустим, по квоте даже, мамочке надо там жить, кормиться, все. И вот таким образом мы помогаем, их поддерживаем для того, чтобы они могли заниматься ребенком. К сожалению, возможности фонда не безграничны. Здесь будут рады любой поддержке от каждого неравнодушного. Если вы хотите помочь, либо вам самим нужна помощь, можно обратиться к специалистам фонда. Его двери открыты для всех в Ставрополе по адресу Дзержинского, 133. Оценили важность взаимопомощи Екатерина Сегида и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Детский сад с бассейном построят в Ессентуках. Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест. Это будет двухэтажное здание с мансардой. Возле него планируется стоянка для колясок и гостевая парковка, а также игровые зоны и навесы. Еще больше новостей из разных уголков края в нашем обзоре. В Солнечнодольске строят физкультурно-оздоровительный комплекс. В планах ввести его в эксплуатацию уже в этом году. Через месяц можно будет увидеть практически готовое здание. Останутся лишь отделочные работы. Так что местные жители совсем скоро смогут развивать спортивные таланты. В городе Благодарном благоустроят 4 двора. Работы пройдут на 3 общественных территориях. Строители уже ремонтируют дорожные подъезды, приводят в порядок тротуары и монтируют бордюры. Во дворах также установят детские площадки, новые урны, фонари и скамейки. Дорога от Ставрополя до Красногвардейского станет более безопасной. Сразу на 2 участках краевой трассы идут дорожные работы. Общая протяженность ремонта 10,5 километров. Там также нанесут разметку, установят знаки и направляющие устройства.
Железноводск готовится стать велостолицей Ставрополья. 19 октября в городе-курорте пройдет соревнование. В нем примут участие более сотни велосипедистов со всего юга России. Им предстоит преодолеть дистанцию в 2,5 километра в гонке вверх. Две трети ставропольских призывников будут служить в ЮФО и СКФО. О том, в каких частях страны предстоит провести год, нашим парням рассказали в Краевом военкомате. Осенний призыв уже стартовал, и предстоит большая работа как для комиссии, так и для самих новобранцев. В октябре-декабре планируют призвать больше 3500 юношей. Из них 2500 родину защищать будут относительно недалеко от дома, на юге страны. Еще 1000 направят в Центральную Россию, 30 в Сибирь, 140 в войска надзорные. Гвардии. Кстати, в минувший весенний призыв в войска отправились больше 1800 ставропольских юношей. Молодые профсоюзные лидеры со всего края и Северокавказского федерального округа сегодня собрались в Изобильнинском округе. Там стартовал молодежный образовательный форум «Точка опоры 2019», который выбран площадкой для окружного этапа Всероссийского форума независимых профсоюзов России «Стратегический резерв». Так, Федерация профсоюзов Ставропольского края решила отметить Всемирный день действий за достойный труд, который пройдет 7 октября. Здесь активно работают с молодежью, которую считают точкой опоры во всех профсоюзных делах. Вот и нынешнее обучение с акцентом на профессионализм и личностный рост. Для ребят подготовили насыщенную программу. Опытные тренеры будут учить их, как защищать трудовые права работников, создавать социальные проекты, работать в соцсетях, раскроют секреты лидерства и успешного выступления. Будет и флешмоб, посвященный Всемирному дню действий за достойный труд. Итоги форума подведем в наших ближайших выпусках новостей. Теперь к новостям спорта. Я передаю слово своему коллеге Сергею Надеину. Привет. Наш спортивный обозреватель, он уже в студии. Привет. Привет, здравствуйте. Насколько интересно будет? Я не знаю, насколько ты любишь спорт вообще? Ну, я любитель. Ну, тогда неинтересно. Так, в ближайшие выходные пройдут матчи 12-го тура первенства России по футболу в зоне юг 2-го дивизиона. Ставропольская «Динамо» отправится в гости к астраханскому «Волгарю». Обе команды расположились в лидирующей группе. Бело-голубые занимают 5-е место с 20 очками, «Волгарь» первое с 28. Машу КМВ в Пятигорске примет Махачкалу и в случае победы может обогнать своего соперника в табеле о рангах. А вообще все пары 12-го тура выглядят следующим образом. «Краснодар-3» играет с «Интером», «Аланья Владикавказ» с «Дружбой», «Волгарь» «Динамо» Ставрополь, «Легион Динамо» Биолог Новокубанск, «Спартак» Нальчик Урожай, Черноморец Новороссийск Спартак Владикавказ и Машук КМВ Махачкала замыкают программу 12-го тура. А теперь давайте посмотрим турнирную таблицу перед тем самым 12-м туром. Как я и говорил, Динамо Ставрополь занимает 5-е место, на 8 очков отстает от первого. На втором месте Аланья Владикавказская, потом Черноморец, Дружба и замыкают турнирную таблицу Анжи и Спартак из Владикавказа. В Ростове-на-Дону завершились всероссийские юношеские и юниорские соревнования. 16-й турнир по бадминтону среди юношей и девушек «Ростов-Дон-2019», всероссийская юниорская и юношеская серия «Гран-при-2019». Ставропольский край представили обучающиеся краевой детской юношеской спортивной школы Артем Баканов и Евгений Амельченко. Они выступили под руководством тренера-преподавателя по бадминтону Кристины Варфоломеевой. В мужском парном разряде возрастной категории до 19 лет ставропольцы заняли 2-е место. Основная цель мероприятия, отмечают организаторы, по популяризация развития бадминтона как олимпийского вида спорта, пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших спортсменов. Теперь давайте заглянем в инстаграм спортсменов и клубов. И для начала вернемся к завтрашнему футболу. Футбольный клуб «Динамо Ставрополь» проводит на своей страничке конкурс. Нужно угадать счет завтрашнего поединка против «Волгаря». Приз «Майка», «Майка на фото». И надо сказать, что не все болельщики ждут игру с оптимизмом. Там в основном так получается. Все думают, что будет поражение, но посмотрим завтра. А вот страничка гандбольного клуба «Виктор» сообщает о хорошей новости. Никита Ильтинский вызван на сборы национальной команды России. Правда, пока до 20 лет сборная готовится к чемпионату Европы Ю-20, который в следующем году пройдет в австрийском Инсбруке и итальянском Броссаноне. А женский гандбольный клуб «Ставрополье» отправился на выезд. А с какими тяготами и лишениями он это делает, можно узнать из инстаграм игрока клуба Елены Стрельцовой. Из сторис мы узнаем, что маршрут пролегает по дороге Ижевск-Уфа-Тольятти. Судя по прикрепленным гифкам, настроение в связи с долгим переездом не ахти, а все потому, что есть еще и фото из автобуса. Вот так девочкам предстоит провести ближайшие 25 часов. На этом у меня все. Передаю слово ведущей новостей. Не позавидуешь девчонкам, правда? Да, даже я как парень не завидую.
Ну что, да и в Ижевск не хочу. Тебе спасибо. До свидания. Всего доброго. Как всегда, к концу выпуска мы подготовили еще одну не менее интересную новость. Зажигательные танцы устроили жительницы Железноводска. Кадры попали в сеть. Это действительно доказательство того, что нет понятия возраст, есть состояние души. Не нужно стесняться, нужно жить и наслаждаться жизнью. Ну, к этой минуте это пока все новости. Если вы хотите знать больше, заходите на наш сайт stv24.tv. Там много интересного. На этом пока все. Удачного вечера и всего доброго.